Приближается воскресение Христово. Православные верующие отметят один из 12 главных церковных праздников. В честь Светлой Пасхи депутаты городского округа Люберцы Дмитрий Сухов и Дмитрий Крестинин провели благотворительную акцию. Совместно с активистами Молодой гвардии «Единой России» они подарили членам общества инвалидов, Совету ветеранов микрорайона «Красная горка» и активу фонда «Сердце матери» пасхальные куличи. Впервые такая акция прошла в 2010 году. С тех пор она стала традиционной. Праздничную выпечку получили и подопечные социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Мы всегда традиционно, у нас есть вот ряд таких праздников, которым, одним из которых является Светлое Христово Воскресенье, когда мы приходим с подарками, в данном случае с пасхальными куличами, с детками разговариваем, рассказываем им коротенько об этом дне, пытаемся объять своим вниманием в эти праздничные дни. Всего же в этом году организаторы социального проекта закупили у Люберецкого хлебокомбината 425 куличей.